Тысячи российских болельщиков нашей страны отложили сегодня все дела, чтобы не пропустить начало отсчета до чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Ведь через 1000 дней начнется главное событие мирового футбола. Привлечь как можно больше людей к занятию спортом является одной из основных целей. И 18 сентября жители Саранска получили заряд бодрости и энергии от 4-кратного олимпийского чемпиона. Такие простые движения мы делаем с утра. Чего я вам желаю? Желаю крепкого здоровья, занимайтесь спортом, будьте в спорте. Спасибо вам огромное. Болейте за наших ребят. Премия есть для того, чтобы сделать все так, чтобы мы достойно приняли все команды, которые будут выступать здесь, и чтобы это осталось нашему будущему поколению, нашим детям. И я думаю, что мы все успеем сделать, и все идет по плану, насколько мне известно. Я в курсе событий, что будет в Саранске, поэтому я не переживаю за то, что мы успеем или не успеем. Я думаю, что все будет сделано в срок. У студентов появилась уникальная возможность стать профессиональным волонтером. 17 сентября стали известны итоги конкурса среди вузов на создание центров подготовки волонтеров к чемпионату мира. Мордовский университет победил. В данном конкурсе было подано 35 заявок. Мы выиграли свой лот, успешно оформили заявку. Был очень трудный конкурсный отбор, конкурсные состязания. Более 2 месяцев, наверное, даже 3 месяцев, получается, подводили итоги. В итоге был подписан протокол министром спорта, и нам дали право, разрешили создать на базе нашего вуза волонтерский центр. Волонтеры уже начали принимать активное участие в проведении мероприятий по подготовке к 2018 году. Перед началом футбольного матча Мордовия-ЦСКА более 200 волонтеров выстроились на стадионе «Старт» в цифру 1000. У нас сегодня здесь нереальная атмосфера. Сегодня 1000 дней до чемпионата мира по футболу. Наша республика очень долго готовилась к этому событию. Мы, студенты, привлечены к самому яркому событию за последние, наверное, 10 лет в нашей республике. И мы, студенты, ждем нашего времени, чтобы отпустить эти 9 шаров в небо и 1 в самую последнюю минуту. Сотни воздушных шаров, словно минуты и секунды, растворились в небе. Создают чемпионат не только футболисты. Большая часть истории в руках болельщиков, а именно в памяти их мобильных телефонов. За 1000 дней накопится немало снимков. Важен каждый кадр, ведь это часть масштабной истории о подготовке Мундиаля. Мы очень ждем! Чемпионат мира по футболу 2018! Мы гордимся за свой город! Организаторы подготовили развлекательную программу. Розыгрыш призов, эмоции в этот день просто переполняли участников. Грандиозное празднование для нашего города. Это 1000 дней, тысячелетия, 1000 дней, площадь тысячелетия. 1000 – это вообще главная цифра нашего региона. Вперед, Мордовия, вперед, футбол! Для России это по-настоящему историческое событие. Ведь наша страна примет этот турнир впервые. 2018!